Погода сказка. Карин, ну видите, зашла же, сижу с вами. Это было нагло с твоей стороны, чувак. Дела. Мне хочется отдохнуть, куда-нибудь уехать. Я очень устала. Но сейчас начну что-то говорить, мне напишут, что ты ноешь, блядь. Я просто поясняю, я ни в коем случае не ною. Просто объясняю, что мой организм уже сдается. Анна, нет, я такого не замечала. Насчет, я читала, да, подписчики пишут, нет, я не обращаю внимания. Привет, привет Казахстану. Куда ты, блядь, дебил, едешь, уебок? Извините. Даже ныть это нормально. Спасибо большое. Я ужасно устала. Я на грани просто какого-то. Знаете, когда от усталости даже спать не можешь. Вот организм у меня сейчас в таком состоянии. Налево, смотри, моя золотая. Помимо права есть еще лево. Я вообще не похудела, это фильтр. Так вот. Вот у меня сейчас тот период времени, когда я ложусь даже днем доспать от усталости, от недосыпа, я не могу. Просто, ну вот просто не могу, как объяснить. Я зашла на новое производство. Новое производство — это очень тяжело. Это посадка заново всех моделей, да, даже которые отработаны. Каждого конструктора свое видение, и все равно как бы все шьют по-разному. День через день я езжу. Нет, я ничего вообще у косметолога не делала. У меня мама сегодня у косметолога. Вот. День через день я езжу туда. У меня много чего шьется, оно не получается, меня это напрягает. О, метечка. Жопа. Я честно заебалась. Напиться — это не выход. Да, я поменяла конструктора производства. Вот. Поэтому я просто устала. Поэтому я в таком состоянии. Поэтому я не могу. Нет, я не планирую продажи на Валберес. Поэтому я не могу себя взять в руки и начать элементарно даже свои обязанности в плане работы. Естественно, у меня безусловно. Я вес не знаю, у меня ушли объемы. Не могу понять, почему 4 часа и все так туго едет.
Вот как-то так. Кто спросил, как мое состояние? Мне хочется жрать гадости, вот прям гадости. И лежать перед телевизором и ничего не делать. Ушла с того производства. Слушайте, я не любитель обострять, даже когда люди не правы. Подводили меня 3 года. 3 года меня подводили, я терпела, но осенью это стала последняя капля. Вот, и так далее. Поэтому все. Губы опухшие, я плохо сплю, у меня недосып. Когда организм не досыпает, вода скапливается, создаются отеки. Привет, Барси, привет. Слушайте, мы смотрели на днях фильм Uncharted. На картах не значится. И там Барселона, и такие воспоминания были. Я говорю, блин, я там на лавочке сидела, я там гуляла. Очень-очень люблю. Ян, понимаете, в чем проблема? Что я не могу себе этот день выделить в Москве. Потому что в Москве это не отдых. Даже если я уезжаю куда-то в гостиницу, это не сон. Понимание того, что тебе в любой момент могут позвонить, набрать, надо что-то поехать, докупить, сделать, проверить. Ну вот элементарно, мне, допустим, на днях звонят в 7 вечера, в начале 8 в жопа мира. Просто говорят, приедьте, мы образец пошили. Я говорю, ребят, вы что прикалываетесь? Я к вам к утру доеду. Вот сегодня тоже позвонили, сказали, приедьте, мы еще один пошили. Я говорю, я не могу, потому что у меня сегодня дела и работа, помимо этой. В итоге поеду завтра с утра. Отдыхает мой организм исключительно за городом в Подмосковье или когда я уезжаю в Сочи или куда-нибудь. Там я сплю хорошо. А так как я себе пока этого позволить... Я вам даже не могу передать, что происходит, потому что какая-то метель на дороге. А почему не хочу на Валберес? Потому что себестоимость моих вещей не для Валберес, а продавать их за 3 копейки я не могу. А на Валберес продаются вещи, которые более или менее стоят до 3000 рублей. А никто такое, ну, такие вещи за такую сумму покупать не будет. Плюс Валберес — это все прекрасно и классно для тех, кто никогда в жизни не окунался в эту информацию. Это на поток, это на какой-то недорогой товар. У людей, у кого есть свои производства, не как я шью партии именно чужом, а у которых есть свое производство, где они могут шить партиями за счет количества, выходить на меньшую стоимость товара и предлагать более или менее адекватную цену. Всевозможные обязаловки, которые Валберес дает, деньги, которые надо тратить на рекламу, заморозка счетов. Вот. Там очень-очень много подводных камней. Поэтому нет, я безумно хочу в торговый центр, да, но у меня нету, опять же, такого оборота, объема, чтобы я вот могла зайти, и стабильность в плане производства. Вот я пыхтела, я же говорю на одном сколько лет, и мне хотелось то, что будет что-то и так далее, и так далее, а ничего не получилось. Нет-нет, что вы, какое, я не обижаюсь. Барахло, ну, сама у себя покупаю, сама себе шью. У Ноны потрясающие вещи, даже не собираюсь с вами спорить. У Ноны свое производство, Нона работает сколько лет. Вот. Вы можете всегда покупать тот ассортимент, который вам нравится. А мое барахло есть те, кто купят. Но нет.
нет, конечно, я не обижаюсь, что вы. Губы вам не такие страшные, вещи не такие. Но хочется просто сказать, пойдите нахуй отсюда. И все. Я очень мечтаю о своем производстве, да. Конечно. Ну, все, наверное, хотят, кто работает, у кого, ну, в таком роде профессия, занятия, да. Вот, поэтому, ну, на это нужны средства, которых у меня, во всяком случае, пока нету. Бог даст, заработаю, куда ты прешься? Шикарное качество, да, она мне как-то, мне понравился безумно один костюм, она мне подарила его, костюм в клетку, шорты и пиджак такой, и рубашка, очень крутой, очень-очень, мне много что безумно нравится, мне нравятся косухи, нравятся платья. Ну вот прям любовь вот из последнего, это косухи кожаные, у нее безумно крутые. У меня 100% зрение, пробег на машине 65 тысяч. Если машину продать и открыть производство, не хватит этих денег. Когда я машину покупала, у меня как бы особо не было желания открывать производство. Мне казалось, это все нет, не мое. И шила. Нет, надо, я не приобретаю вещи у Ноны. Я, в принципе, не приобретаю вещи, неоднократно говорила об этом. И вы мой постоянный подписчик. Ну, как можете вообще задавать такие вопросы? Карина Полецких, ну, мы общаемся, переписываемся в директе. Лично ни разу еще не виделись, хотя она меня приглашала в гости. И я, на самом деле, просто все как-то не могу доехать. Мы с одного города, она тоже, у нее родители живут в Ейске. Вот. И она узнала об этом, когда... Я на нее давно подписана, а она... когда меня Мельников выложил, вот, и она прокомментировала, что потрясающая работа, и я ей написала о том, что мы с вами с одного города. И потом она попросила, я выложила видео, как раз была на море, вот, выложила видео из Ейска, так, ну, она подписалась на меня, и периодически переписываемся в директе. Катерин, вы ебанутая совсем? Или ковид не всех добил? Вот вы когда такую хуйню пишете, вы на что вообще? Вот, ну, без комментариев просто. Илоныч, привет, родная. А, спасибо, спасибо. Ну, у меня хорошая зрительная память. Помню ники, помню фото. Помню дорогу, если где-то проехала по навигатору один раз, второй мне не нужен. А, Татьяна Михайловна на моря, ну, наверное, в мае. Татьяна, спасибо, мне очень приятно, что вам нравится моя одежда. Это барахло, что вам нравится,
очень ценно, потому что я стараюсь. Я никогда не могу потеряться на парковке, даже если я первый раз туда приехала. Без каких-либо... Со мной постоянно, блядь, все спорят. Постоянно, когда я говорю, что нет, надо идти не сюда. Ебанутая, просто посреди дороги она стала. Вот. Честно, не знаю, как бы, насчет госпрограмм, честно, без понятия. Ати один дома, я его не могу оставлять, когда, чтобы Ами забрать. Рубашку мою. Спасибо большое. А, маме покупали вы рубашку. Качество. Спасибо большое. Спасибо. Привет, Молдавия. Почему постеснялись? Я же не кусаюсь. Да, я у Пасихат часто многих встречаю. А еще больше чаще получаю благодарности о том, что я посоветовала такую клинику и что люди понаходили своих врачей. Привет, Рига! Вы со мной с 15-го года? Обалдеть, как я вас не заебала. Винир и шикардос. Блять, еще быстрее едь. Туплю сегодня, если бы вы знали. Адель, вы про меня, что я отбитая от мороженого? Кольца Венеры неприятно. Ебануться надо, это что на улице? Ой. Да? Ничего себе. Какие мы смелые.